здравствуй, мама. Вот пишу тебе письмо, знаешь, мама. У меня все хорошо, светит солнце. Все нормально у меня, а в горах стоит туман. Мать не знает, как мы ходим по горам. Мать не знает, как бывает трудно нам, как проходят наши юные года. На Кавказе идет война. Под шумы взрыв гранат шагает наш отряд. Там далеко в горах слышна стрельба. Под шумы взрыв гранат, где трассера летят. Там от взрыва вся горит земля. Взлетает вертолет, мы идем вперед. И не отступим мы с тобой назад. Мы приехали сюда, на Кавказе, где сейчас идет война, не забыть нам тех суровых тех ночей, лица погибших друзей. Вот и дети, вот вернулся я домой, здравствуй, мама. Я вернулся, я живой, посмотрел я твоей матери в глаза, постарела ведь она. Под шумом взрыв гранат шагает наш отряд. Там далеко в горах слышна судьба. Взрыв гранат, ветра вчера летят, и там от взрыва вся горит земля. Взлетает вертолет, но мы идем вперед, и не отступим мы с тобой назад. Но ночами снова слышу взрыв гранат, просыпаюсь, вспоминаю всех ребят, так на лете мне бокал деревина. За тех парней, блядь, что остались на войне. Под шумом взрыв гранат шагает наш отряд. Там далеко в горах слышна стрельба. Под шумом взрыв гранат, где трассера летят. И там от взрыва вся горит земля. Знаешь, вертолет, но мы идем вперед. И не отступим мы с тобой назад.